Волжский трубный завод едва ли не самый молодой среди родственных предприятий. Он построен в годы восьмой пятилетки в содружестве с металлургами Чехословакии и является живым воплощением планов социалистической интеграции, соединения усилий социалистических стран для общих целей. Сейчас на заводе горячее время, идет отладка и освоение оборудования. Отвечая на призыв москвичей и ленинградцев, волжские трубники пересмотрели принятые на себя социалистические обязательства по досрочному выполнению заданий первого года пятилетки.